что это такое? Фу, что это за гадость? Вы на канале Чем Вит-Ы-ch. И Маша. Сегодня у нас день шуток и смеха. Мы будем шутить друг на друга. Поехали. Маш, доброе утро. А куда ты идешь? На Тима шутить. Ты будешь шутить над Тимой? Ага. Ну, давай. Да. Тима, доброе утро! Маша, что это такое? Тима, с Первым Апрелем! Ой, Апрель, я вчера. Отлично! Ну, Маша, я сейчас тебя отомщу. Я же шью тебе колготки. Так. Да что ж такое? Да что ж такое? Чё нога не пролазит? Ха-ха-ха, Первым Апреля. Что это за Первое Апреля шутки такие? Хорошая шуточка. Ха-ха-ха-ха. Сейчас мы Тиму накормим картошкой. Оно такого же цвета, как яблоко. Маша, что ты такое делаешь? Я ем яблоко, угощайся. Хорошо. Что это такое, Маша? С Первым Апрелем! Фу. Машу мы сейчас тоже накормим гадостью. Так, раскрываем оберточку немножко, делаем дырочку. Потом открываем кетчуп. О, как так, все. Набираем кетчуп. И туда запихиваем. Хи-хи-хи. Ну, Маша, держись. Все. Маша, я тебе угощение принес. Ой, спасибо, я так люблю киндеры. С Первым Апрелем. Будем шутить дальше. Натрем бумагу свечкой. Ой, да что ж такое? Ручка не рисует. Маша, это твоих рук дело. С Первым Апрелем. Спасибо. А Тима будет елочкой, а Тима будет елочкой, а Тима будет елочкой. А что ты делаешь, Маша? Рисовала вот такие красивые, красивые. Дождик пришиваешь под мышку? Да. Ну давай. Вот такая красота. Маша еще будет красивее, блестящая. Дети, одеваться! Машенька, ты что, будешь шапочку одевать? Ой, Маша, что это с тобой? Ты такая блестящая, посмотри на себя в зеркало. Тима, что это такое? Ну давай, Тима, одевай курточку. Давайте, может, быстрее, потому что надо скорее одеваться на улицу. Хорошо. Эй, Маша, что это такое? Я что, тебе на волне ёлка? Тима, ты смешно.